Вместо сцены памятник. Рядом с исторической личностью колонки и громкая музыка. Так не слишком эстетично началась благотворительная акция в парке Абая. Почему памятник Абая был выбран местом для шумного концерта, неизвестно. Однако великому поэту вряд ли пришлось скучать бы в такой компании. Молодые волонтеры Шымкента собрались развлекать прохожих громкими песнями, а заодно и собрать пожертвования для тяжелобольной женщины. Цель благая, вот только средства ее достижения странные. Повод для благотворительной акции с первой попытки узнать не удалось. Цель сборов волонтеры из фонда «Рукопомощи» озвучить не смогли. Тайна за семью печатями или элементарное незнание вопроса. Данный концерт устраивается в помощь одной больной женщине, и все средства будут направлены ей на лечение. У этой женщины очень часто происходят инсульты, и она находится практически на грани жизни и смерти. Мне самой лично не говорили эту информацию. Мне сказали, что у нее часто происходят инсульты, и все. Оказалось, что в суть посвящены далеко не все волонтеры. Пришлось обойти всех организаторов акции, чтобы наконец выяснить. Деньги пойдут на благое дело. Обратившаяся за помощью женщина на самом деле тяжело больна. Она перенесла несколько инсультов. Но самой острой проблемой являются условия, в которых проживает женщина. Для того, чтобы ей помочь, волонтеры решили собрать 500 тысяч тенге. Вот только с собой молодые люди, кажется, забыли прихватить даже бокс для пожертвований и заменили его на вместительную банку. Хотя, если закрыть глаза на недочеты, зрителям все понравилось. Мне нравится этот концерт тем, что очень хорошая музыка здесь, танцоры просто отличные. Мне понравилась идея, благотворительность, просто организаторы молодцы. Спасибо им большое. Да и похвалить парней и девушек за инициативу стоит. Первый блин часто бывает комом. Но даже такое неорганизованное мероприятие показало, сколько на самом деле в Шымкенте молодых и неравнодушных, готовых прийти на помощь в любую минуту.